перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. На альбоме, кстати, еще будет Киев Стонер. Киев Стонер будет также человек, который был в грибах с Септом. Он там тоже зачитает в песне одной. О. Так что, ложки, пидорасы, имейте в виду. Также ждем Леху Гуф, я надеюсь, он успеет запрыгнуть на альбом. И ЛСП Олега. И все, готово, блядь. Песенка спета. Альбом взорвет ваши буканы, ваши заебанные жопы, нахуй. Как мне ЛСП? Для меня это артист года. Как относишься к ЛСП? Хорошо. Нет, конечно. Ну. Спасибо. ЛСП, ну, я не слушаю, но мне понравилось, когда я его слышала. Ну, не слушаю, но, ну, вы поняли. Фитс ЛСП, дурак и молния будет. Дурак и молния — это не песня. Mm-hmm. Почему в EP так... Ремикс ЛСП на трек Baby. Я не знаю. Реально, как мне, блядь, новый трек Кизару, ты еще спросил. Блядь, Эли, как тебе новый трек Аллы Пугачевой? Не, просто... Если бы меня, например, спросили, как новый сниппет Лизера, я бы тут же ответил, потому что я в этой теме подкован. Ой-ой, ребята, я подкован. СЛСП на моем следующем альбоме. Тебя ждем. Нет, СЛСП не знаком. Пошел в пизду. ЛСП, ЛСП заебись вообще, пиздец. Это гениально, нахуй. Обожаю ЛСП. Хочу фит с ЛСП. Сколько денег сейчас? Ну что... Будет с Олегом ЛСП, у него на новом альбоме будет мой продакшн, потому что, ну, мы работаем сейчас над новым альбомом ЛСП, и вот там как бы вы из таких ближайших релизов с большой вероятностью вы там услышите песню. Блин, на ЛСП не хочется, потому что... Ну, блядь, не знаю, вообще ЛСП трогать не хочу. Ни в Изи Рэпе, нигде. Я очень уважаю и творчество Олега, творчество Ромы уважаю очень сильно. Земля ему пухом. Так же это вроде говорится, да. Вот Рома делал действительно охуевшие биты, прям пиздец. Поэтому я как-то не хочу их затрагивать в каком-то юморе, ну, плане таком. Я, конечно, понимаю, что можно над всем шутить там и прочее, но просто не очень хочется. Своеобразным персонажем по типу какой ЛСП девочка Саша. Не думал, это просто происходит, это просто текст обо мне. Это реальный человек. Да у ЛСП все нравится, весь Трэджик Сити, Мэджик Сити. А, спрашивали, короче, про ЛСП. ЛСП. Ой, очень. Вчера я его всю ночь слушал. Накуренный. Мясо вообще полнейшее. Ну, слушал. Вообще охуенно, пацан. И альбом, блядь, у них Magic City все-таки, ах, просто лучше, нахуй. Лучше, чем их последний. Я знаю, что я был самый пиздатый из... По поводу конца года. Лучший клип тела, я считаю, в ЛСП. Другого даже ничего не вспоминается, в принципе. 2017 был достаточно, как бы, такой... Ну... Жалко, что не настоящий. Смотрите. С Амишкой раз на раз выйдешь, а зачем мне с ним раз на раз выходить? Ну, типа... Если вам хочется посмотреть на пиздиловку двух мужиков, посмотрите UFC. Друзья, я скоро сдохну в ЕКБ, как Лил Пип на волоске. Окситочим никогда не станет Рома ЛСП. Ебой! ЛСП крутые. Что? Олег ЛСП, что он писал? Тут Олег есть? Олег, не пиши, удались нахуй отсюда. Нахуй. Этому всему рад.
Вот. Надо сделать фит с ЛСП. Я думаю, ЛСП не хочет со мной фит. Чё ты такой активный сегодня? Ну, потому что, блин, я на самом деле жестко недавно... ЛСП, блядь, сейчас у него тур там на 2 года, поэтому... Англичанина, мы так вместе не встретились, но общались. В итоге он про меня нес очень много хуйни, но я еще в Твиттере написал, что не буду ничего плохого говорить про человека. Потому что он ушел и был многим дорог. Ты виделся с фараоном? Да, я как-то завалился на вписку, где были фараон, ЛСП, и как раз за пару дней до этого мы познакомились с ЛСП, и в этот день мы познакомились с фараоном. Вот. Чуваки, конечно, рок-звезды, просто жесть. Это жесть. Я и сам в то время шалил. Но не так, вот там прям рок старый. Ладно, типы. Как тебе клип ЛСП, тело? Хороший клип? Клип ЛСП, бля, прекрасно, он греет мое сердце. Димон, зачем мне сохранять трансу, что ли? Клип ЛСП, тело, да, смотрел. Крутой клип, мне понравился. Из депрессии вышел. Дурацкий. Как тебе новый состав ЛСП? Блять, ну я вообще с составом не знаком, я пока слышал только последний альбом. Tragic People. Tragic City. Tragic City. Tragic People. Rude People. ЛСП. К кому конкретно? Коллегу или такая, да, плохая? Олеги ЛСП. Просто пуля. Чё ты хуйню спрашиваешь? Ты знаешь ЛСП, братан? ЛСП, ты знаешь такого рэпера? А? ЛСП? Да. Нет. ЛСП. А ты знаешь? У меня знакомый слушает. Ой-ой-ой-ой-ой, что сейчас будет? Бля, туз. Тебе передаю. Сразу метнемся. Ну Икар, зачитай Икар. Кстати, интересная история про трек Икар, почему он получился такой популярный, да? К чему я не стремился. И нравится даже людям, которым обычно не нравятся мои песенки. Все дело в том, что изначально этот парт я писал на фит с Олегом ЛСП. И поэтому старался как-то, ну, в его русло на лочонке своей ветхой немножечко заплыть. Ну, потом Олег сказал, нахуй, мне не нужны такие куплеты. И я под биточек Аллаха дописал второй куплетик быстренько, примерно в том же русле. И получился такой трек. Поэтому других таких нет. И не ждите, друзья. ЛСП, блядь, нет, вы че, ёбнули, что ли, блядь? Ну, типа, как бы, знаете, есть пара треков, которые можно у него послушать, когда ты хочешь, там, блядь, не знаю, выебать тёлку или ты просто лежишь за свою день. Да я тебя сейчас не рекну, то есть я просто отправлю, типа. Да. Ну, я верю. Я попробую. Ну а тогда да, типа, а как бы просто так его слушать, ну я не знаю, надо быть пидорасом, блядь. Или просто из жопы, наверное, залупу виднеется, когда слушаешь. Так, найти выход как. Я почти досвел трек большого босса русского, величайшего, с Олежкой ЛСП. Скоро будет. Короче, идите нахуй. Отношусь к Олегу ЛСП. Никак не отношусь. Мне не нравится. А в трансляции надо что-то рассказывать, да, типа элитная? Инсайдерская информация. У нас готовится первый сингл, со второй сингл, со второй, ну с первой ебать части альбома. Это будет трек с ЛСП. На охуевший бит от Ромы Англичанина. И кстати, ЛСП завтра снимаем в нашем шоу. Будет очень клевый выпуск. Потому что он будет с фристайлом. Как в принципе и все. У нас в творчестве. Как относишься к ЛСП? Хорошо, салют Олегу. Божевский вся. А ЛСП, что сказать? Пацаны, бля, заебали. Каждый мой трек, вы знаете,
как к этому относиться? Вы же не бараны. Я думаю, все люди, которые здесь сидят, они слушали не мои отдельные треки, они слушали мои целые релизы. И послушав мои все релизы, в принципе, можно самому додуматься, что я вообще считаю о каждом из этих артистов, которые когда-либо упоминал. Нормально делает музло ЛСП, но просто, блядь, показал себя на версии как пидор. Вот я его стебу как пидора. Потом он еще пидорас на меня написал дис от имени Кобзона. За это ему тоже, конечно, жесткий дисреспект. Сокси там какие-то терки. Хуило, наверное. Пидором себя показывает. Музло нормальное, что. Это не мое, но оно прокатывает и качество хорошее, все хорошо. Просто хуило. А сколько процентов? Где-то в апреле где-то совместки будут с ЛСП и Big Russian Boss'ом. Ну и плюс-минус там еще народ будет, так что не переживайте. У меня икота напала, какой-то пидорас из вас меня вспоминает сейчас жестко.